очень хороший матч, в котором португальцы как раз показали себя очень конкурентной командой, которая действительно может многое. И как раз сегодня они не уступили в скорости сборной России, о чем мы говорили по ходу этого матча. А это было проблемой для прошлых, наверное, противостояний России и Португалии. Прежде всего для португальцев, конечно, потому что всегда мы в скорости их превосходили. Но сегодня ситуация чуть-чуть другая. И надо отметить, что прежде всего португальцы провели очень качественный матч, использовали свои моменты и заставили сборную России приложить все свои усилия. Даже этих усилий, в общем-то, на сегодня не хватило, чтобы победить. Смотрим саммери, смотрим лучшие моменты всей игры. Первая половина первого тайма была за россиянами, но вот потом потихонечку португальцы стали подбираться к нашим воротам и смогли в этой ситуации забить. Марсио отличным ударом это сделал. Здесь Асадов мог сравнять счет, но не получилось. Ну, а здесь Эдер Лима показал свое мастерство дальним ударом с углового. 1-1. Казалось бы, мы переломили ход этой игры. Но два самых лучших игрока сборной Португалии организовали чудо-гол. Коэльо отдал передачу не очень удобную для Рикардиньо. Но Рикардиньо любые передачи превращает в голы. И 2-1. Потом уже Рикардиньо вместе с Тиаго Брито организовали гол, когда наши чуть потеряли концентрацию. Затем тут же Панкратов с Миловановым организовали ответный мяч. 3-2. Очень красивая атака. Еще были возможности, конечно, и у португальцев, и россиян забить. Вот здесь отметим прекрасную возможность у Асадова, которая не получилась. Штанга два раза спасала наши ворота. Так что отметим, что португальцы очень здорово использовали свои возможности. Где-то, может быть, нам и повезло, что больше не забили. Ну, а здесь прекрасная передача Асадова на Чешкала. Чешкала один в один разобрался с голкипером.